Где в ближайшее время будут установлены камеры уличного видеонаблюдения? Какие меры предпринимаются для обеспечения безопасности жителей микрорайона? Эти и другие вопросы обсудили в ходе встречи заместителя главы городского округа Александра Цуканова с жителями Химок. Получили ряд вопросов от жителей. Это в первую очередь вопросы касаемо установки видеокамер наружного наблюдения и подключения к системе «Безопасный регион». Приняли во внимание те вопросы, которые нам задали жители. Соответственно, в ближайшее время мы постараемся на них ответить. Примем меры, которые необходимы. В данный момент в городском округе уже установлено более 3500 камер видеонаблюдения. Они подключены к системе «Безопасный регион» и уже позволили существенно сократить число правонарушений. Только за прошлый год благодаря системе видеонаблюдения было раскрыто более 100 правонарушений.